29 апреля 2014 года вышел с самолета Ярослав Старухин. Вы хотите что-то мне сказать? Ну, сейчас вы будете. Да, еще раз. Говорит, я скажу. Говорите мне, мы пожалуйста. Мы взяли такси, которые работали здесь, в аэропорту, с лицензией, со всеми. Аэропортовские такси. Так. Если вы хотите куда-то ехать, скажите, отвезем. Все. Я с человеком разговариваю. Я подошел уже, мне сказали 75 рублей за километр. По счетчику. Нет, сейчас это обман. Другое. Конечно, это обман. Нет. Ну вот. Давайте, куда вам надо. А вон желтое такси. Зачем вы тогда говорите? Покажите тогда лицензию. Хотите проверку? Ради бога, конечно, покажем. А что, вы думаете, мы просто здесь стоим? Какой тариф? Смотря на лицензию, загород или город. Ну, если так вам надо, вы скажите. Барвиха, Барвиха, Одинцово. Ага, самые хорошие места. 1500 рублей стоит. Вот. Нормально. Ваш какой ценник? Не знаю, они, не знаю, как-то усвоивали, не знаю, это общественное место. Да. Мы тоже с лицензией работаем. Брат. Вам устраивает, уважаемый? Да или нет, скажите, а? Господи, а? Сейчас будем искать. Да. Проблемы друг друга. Нормально, нет? Сейчас узнаем все. Ну, не знаете, разве. Хорошо, как будто спасибо. Сейчас мир переведется, да, не за что? А? Один раз. Ну, пускай будет, пускай это один раз будет. Ну что ты не понимаешь? Не дашь работать. За 1000 поедем? Поедем. Поедем, конечно. Поехали за 1000. Поедем за 1000. Дружище, дружище, камера снимает, пожалуйста, все это, фиксируем. Это камера, мне пофиги, понял? Будьте любезны. Я еще раз говорю. Пожалуйста. Я говорю, это ваша камера. Я сейчас добьюсь того, что ты сейчас выбьешь камеру у меня. Будет драка. Давай, пожалуйста, аккуратно. Вы что сказать хотите? Скажите, пожалуйста, а? Ну зачем вот за спиной вот так вот делать? Я не тебе говорю, я ему говорю. Знаешь, это не твой проблема. Все равно. Зачем так? Ну зачем так делать? Ну так делай, да. Ну как? Ну все же нормально, все прилично. Все, да, нормально, отлично. Потому что потом люди говорят, что там происходит. Отдаю им, чтобы геморроя не было. Мне тоже всякие. Блин, у кого хочет этот. Каждый подходит, там 1000 машин. Поедем? Поехали, конечно, выезжаем. Не надо. Брат. Приеду в любое время. Все равно что-то какую-то гадость сказали, да? Да нет, ну начинают пугать, угрожать там это. Что угрожать? Каждому один смерть положена. Нет интернета. Где и как это Аллах рассудит. Да. Не мы. От злости какую-то гадость надо сказать. Вот они вообще, как, честно говоря, как грузины, начали обнаглеть. А вот. Это грузины? Нет. Уже их тоже надо так вот так даже собрать, потому что я вот 10 лет почти здесь живу, ну, то есть приезжаю уже, работаю. На стройке не работал, но водителем работаю. Везде кидало, везде унижение, урожение. Доступ в интернет возобновлен. Никто им не касается, ничего не делает, не трогает. Они привыкли нашего народу, я узбек. Прямо и. Опа, люди, а?
Барвиха. Да, Барвиха, поселок Барвиха. Подушкинское шоссе. Да, Подушкинское шоссе, Барвиха 26. Барвиха 26.